Представьте себе христианин, который стоит здесь. Он вроде бы нормальный, он вроде бы хороший, он, видите, в белой одежде. Но каждый раз, когда он открывает свои уста, то написано в Библии, все, что выходит, что оно делает? Оно оскверняет, оскверняет, оскверняет. И каждый раз, когда он начинает роптать, оно оскверняет и плохо пахнет. Каждый раз, когда он начинает кричать, говорить зло, оно все его оскверняет. Каждый раз, когда он начинает гневаться, 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 оно его оскверняет. Мы аж задыхаемся. Вот так оно оскверняет его и тех, кто вокруг его. Потому что написано в Библии, как то, что выходит из уст. Каждый раз, когда мы слова говорим, как вы думаете, он достаточно осквернился или нет? Ведь он ходит, ведь он все равно разговаривает, все равно разговаривает, все равно он уста свои открывает, открывает, открывает. И это все делает его очень-очень грязным. А потом посмотрите на этого христианина. Вот он стоит, черный. Вы смотрите на него. И смотрите, я прочитаю еще одно место Писания. Которое сейчас уже идет речь о прославлении. Матфея 15 глава с 8 по 9 стих. Матфея 15 глава с 8 по 9 стих. Написано: «Приближаются ко мне люди сии, устами своими чтут меня, языком, сердце же их далеко от меня, тщетно чтут меня». Что означает «тщетно чтут меня»? Если вы умеете читать по-английски, то там написано «they worship me in vain». В новом русском переводе написано «они поклоняются мне впустую». По-другому «зря». «Зря поклоняются мне». Представьте себе, что во время прославления приходит человек в церковь, и те, кто на сцене поет, и те, кто в зале стоит, они вот находятся вот в таком состоянии внутри. Снаружи, тут вы видите, снаружи тут все красиво, все классно, рубашка, туфли, все, даже пиджак есть, все хорошо. Внутри человек оскверненный. Вот так он выглядит внутри. Внутри он грязный и черный. Потому что слишком много слов было сказано, а процесс освящения где-то остановлен. И вот здесь написано в Библии на ваших экранах, написано вот здесь вот, вот это поклонение, вот это, вот эти слова надутые, вот эти молитвы, написано Богу, они неугодны. Представляете, вот он стоит, Майк, руки поднимай, слава Бога. Он славит Бога, а Бог же его видит насквозь. Бог же видит, смотрите, что здесь творится внутри, в сердце. И написано, they worship me in vain. А мы иногда стоим и думаем, что-то песня не та, что-то музыка не та, что-то еще не то, бывает не то. Но часто бывает вот здесь не то, внутри. И здесь нужен серьезный процесс освящения. И здесь, как бы он ни старался вот так вот обтруситься, оно уже, видите, не обтрушивается. Оно уже сам, он уже как бы, надо уже помощь какая-то со стороны. И здесь мы с вами подходим к другой фазе, к важному моменту, что вот именно кровь Христа Иисуса. Кровь Христа Иисуса может вот это все грязное, вот это все замаранное смыть и осветить.